Друзья, мы идем на город, который называется Святой Николаус. We have 360 cell drive. Ну что, включаем электричку? Три раза прорыгался. О, всего три. Дают вот такой ключик маленький. За него депозит 25 евро. Переходим на страничку интеллектуального юмора. Еда абсолютно отстойная здесь в ресторанах. Вообще не нравится. Не так все просто. Да? Да, надо оттолкнуться. Итак, паруса стоят, третий риф. Мы ожидаем мощной погоды. Такое, что дуть будет, мама дорогая. Хотя дуть сильно не должно, вы прогноз погоды видели. Но мы на всякий случай к этому готовы. Итак, вот мы здесь проходим чуть-чуть наверх, а потом идем сюда, и нам нужно вот сюда вот попасть. Итак, рассказываю, что такое стратегия в яхтинге. Когда мы выходили из сити, я пошел сразу вверх. Меня начали ребята спрашивать, почему мы туда ползем, если мы можем сразу повернуть. Ветер дул отсюда, я вышел максимально наверх и пошел вдоль берега, вот видите, и здесь ветер должен был меняться. То есть мы повернули против ветра и прошли даже мимо вот этого острова, который я думал, что мы будем менять галс. И сейчас мы идем прямым ходом в Марину Николас. Вот она находится, эта марина. Вот вы видите, как это все. И, то есть правильно рассчитываем ветер. Ну вот, друзья, мы идем на город, который называется Святой Николаус. Как вы видите, погода у нас прикольная. Вот сейчас я вам покажу, как погода у нас впереди. А вот за нами идет лодочка. Она идет на моторе, потому что она идет тупо против ветра. Но красиво! Я думаю, что она ложится прямо за нами на курс и идет, скорее всего, тоже в этот Сант-Николас. А может, куда-то на якорин. Кто его знает. Вот он, прямо в солнечных лучах. Это город Святой Николаус. Вот там уже видно, вдалеке торчат мачты, это марина. Ну, тут расстояние полмили, поэтому мы сейчас подойдем к городу вот сюда. Проходим, посмотрим. Ну, если что, туда, вперед! Сама марина, только почему-то тут дует сильно, но я думаю, что мы как-то подойдем к входу. Будет уже нормально. Да, к швартовой готовь, наперед и на... посмотрим. Итак, заходим в Марину Николаус. Сама Марина вот. Уникальный случай. Заходим при свете дня. Что в нашей практике крайне редко. Сейчас будем искать фонтан B. Speed limit 5 knots. Gato. Уже какой-то монстр стоит огромный. Прикольно. Я нигде не вижу.
вижу вообще номеров. А на карте не было номеров? Ну, по идее, да. Что у тебя паутрастер есть. Смотри, у них цветочки растут. У них вон цветочки, видишь, где растут? Ты жопой будешь становиться, да? А что для этого надо? Тебе что, помочь? Аккуратно тут сейчас обрежу. Гато, надо вязать, Серёга? Ури, надо будет забирать сюда, да? Электричку. Ой, не так. Электричка оказалась фейковой. Без разъема подключения. Вот. У нас есть электрический разъем, и нам нужно выбирать, что мы хотим. Мы хотим кондиционер. Кондиционер или электричество. Но я думаю, что электричество, а если захотим, то переключим на кондик. А почему нам приходится выбирать? Потому что у нас тут только одна розетка. И других вариантов у нас немного. Так, здесь розетки 16 амперные. А у нас лодка 32 амперная. Но нам этим не испугать. С помощью моего опыта я сделал переходник. Вот, поэтому мы вот эту штуку включаем сюда. А вот эту включаем в розетку. Сейчас такой трах-бах. Вуаля! Надеюсь, теперь это все работает. Важный момент. Вокруг столбика, знаем эти приколы с вырванными проводами. Не один раз уже мы это проходили. Ну, по молодости, по неопытности. Но тогда яхтинг был интересен, потому что тогда была молодость против опыта. Романтика. Романтика. Все эти лажи. А сейчас что? Все предсказуемо. Все предсказуемо. Пришли, зашвартовались, подключились. Нет тебе вырванных проводов. Ногтей. Итак, вот мы уже пришвартовались. Ну что, Виктор, как тебе тут? So far, so good. So far, so good. Итак, вот у нас швартовку. Саму швартовку вы видели. 21, номер понтона. 21 мы победим, весело сказала мама. То есть тут такая система. Муринги берем с пирса и тащим вдоль лодки, все в какашках.
Меня снимают, я снимаю. Меня снимают, как я снимаю. Это посмотреть за смотрящим двойной тариф. Диночка, как тебе? Устала за переход? Как обычно. А ты, Витя? 3 раза прорыгался. О, всего 3, а погода была на больше. И под речком. Тут дают вот такой ключик маленький. За него депозит 25 евро. И с этим ключиком мы можем зайти в душ, лаундри. Сейчас я вам покажу, как это выглядит. Стиральные машинки, сушильные машинки. 3 евро загрузка стоит. Ну и душ, и туалеты. Я думаю, тут ничего нового. Все чистенько, аккуратненько. Ну и душевые. То есть просто ничего особенного. Мы сейчас идем по городу Санкт-Николаус. Айос-Николаус. А вот городской пляж. Да. Предлагаю зайти и посмотреть. Инспекция. Отведаем местного колорита. Такой маленький пляж. Он находится на входе в марину. Вот вход в марину, там вот видно дальше. Даже зеленые какие-то деревья есть. Смотри, зеленые деревья есть. Ничего себе даже. Голубой флаг. Стандартная средиземноморская архитектура. Угу. Мы потеряли Дину. Дина вон. Ага. Дина у нас занимается шопингом, да? Да, она. Традиционно. Ну что, Дина, ты купила что-то? Там они делают прямо обувь и сумки из этой прикольной кожи. Прям посреди магазина. А где они делают кожу? Кожу делают не они. Кожу Блин, а делают... почему у меня болит сиська? Отлежал. Или Ирка тебя вспоминает? Я тебя вспоминаю. Реально у меня сиська. Сиська болит. Переходим на страничку интеллектуального юмора. Для тех, у кого IQ за 100. Ну что, друзья мои, мы сейчас будем кушать? Мы будем жрать. Питаться. Запитываться. Какое питалово ты выбрала? Салмоновое питание. А ты, Виктор? Салатка-маринеска. А я буду картошечку. Картофан. Картошечка. Киев опять затопило. Важная новость. Ух ты, я видел такое. Класс, прикольно там. Туристас, я смотрю, вы еду нашли. Привет. Привет. Вот пакета 20 евро. 20 евро. 20 евро за полные 2 пакета. Это не 40 евро за еду, которая... Еда абсолютно отстойная здесь в ресторанах. Вообще не нравится. Мы сейчас подходим к понтону. Вот такой вход на понтон. Если посмотреть налево, марина достаточно большая, лодок. Скидывает швартовый, поскольку держимся мы на последнем швартовом. И сейчас будем плавненько отходить. Гата, ты наезжаешь на веревку соседа? Не так все просто. Да? Да, надо оттолкнуться от лодки. Супер! Гельчек!
выходим из этой прекрасной Марины. Друзья, Сан-Николас уже себя исчерпал, и вот настал тот момент, когда мы будем уже уходить и идем дальше, 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 покорять просторы Средиземного моря. Поэтому, как мы будем выходить, мы еще вам покажем. На этом я с вами прощаюсь, до следующей серии, и не забывайте подписываться и ставить лайки. До встречи в море, пока!